хотят делать. Не хотят. Ну, нет, вы знаете, минуточку внимания. Вот денег-то много, а я вот что-то боюсь им доверять, считать. Знаете, к чему? Я их сейчас сначала проверю, а смогут они, и в нормальной ли они кондиции. Сейчас посмотрим. Пожалуйста, вы должны правую руку вытянуть оба. Вытяните правую руку и показать. Вот. Потом сюда руку. И потом вот так. Так, потом хлопнуть ладошь, поменяться, сделать то же самое, только другими руками. Если поменяться... Нет, руками поменяться, а не местами. Попробуем сначала. Первое. Раз. А, вот. Что-то мне в стартизации движения не пойму. Еще раз. Вы не... Я буду говорить без микрофона, извините. Держи. Так, вот. Раз. Так, потом два. Потом три. Потом хлопайте в ладоши и наоборот. Поняли? Раз. Мучить будем до тех пор, пока не получится. Деньги и тетки. Раз. Я говорю, мальчик. Так, раз. Два. Три. Хлопнули в ладоши. Раз. Так. По новой. Раз. Другой рукой по новой. Раз. Другой рукой по новой. Раз. Еще раз опустили руки. Другой рукой. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Вот теперь я им доверяю денежки. Я им доверяю денежки. Ой, молодцы какие. Так, нет, вы друг друга не поговорите. Вон туда вон вперед отойдите. Посчитайте, сколько у нас получилось на мальчика, на девушку. Ну, теперь на...